Ну и в итоге пришлось пожертвовать коленями. А пешком ходить тебя вообще, да, не прикалывает. Какой пешком на улице гололед? Пока дойдешь до магазина, получишь премию «Лучший брейк-дансер». Ты подскользнулся, что ли? Нет, там еще лужа слева была. Ну ты знаешь, какая у нас зима, я из двух зол выбрал меньше и изящно упал моськой в сугроб. А, поэтому ты вместо молока взбитые сливки принес. Мальчики, у нас интервью должно было начаться час назад. Сегодня вы вновь будете читать фанфики. Не вижу радости в ваших глазах. Держите. Ну ни хренашеньки, они тут диссертацию накатали. Это мы самый маленький взяли. Боже, помоги. Сумерки, сага, соседи. Ой, соседи, двое молодых парней заехали в гетеросексуальные квартиры напротив. Да кто вообще въезжает в такие квартиры? Там квартплата выше. И как только один сосед увидел другого соседа, у одного из них упало сердце в пятки. У тебя инсульт случился? Это влюбленность, не ломай романтику. Парень неожиданно спросил, не хочу ли я помочь дотащить ему диван до квартиры. Мы же все прекрасно понимаем, чем закончатся диванные таскания, не так ли? Ну не так, как ты хочешь, ты помер. Чего? Тебя диван нам придавило. Слава богу, я больше тут не буду появляться. И все оставшееся время сосед жил с призраком, вступив в клуб сатанистов. Что там за диван такой был? А, то есть тебя это смутило?